Dumbledore's car. Lieutenant Miller? I'm Faith, Kate's sister. She never mentioned a sister. Yeah, well, we're not the mentioning kind. She told me to find you if things went bad. She's been arrested. And you wouldn't be the suspect seen fleeing from the crime scene, would you? Well now, it's difficult to recall with a gun in my face. I know what you are. You know it was a setup, right? I know Kate wouldn't be capable of something like this. But my captain's asking some difficult questions, and I can't even get in to see her. What do you know about something called Icarus? Why? It's mentioned on this. It was in Pope's hand. I think it's from his diary. You took evidence. Kate's the only family I have, Lieutenant. And Blue's in jail don't last long. She goes down for this, it's a death sentence. I won't stop you. I owe that much to Kate. But there are plenty of people who'll try. And I can't stop them either. You better learn how to run. Running is what I do best. Roeburn's got an office at Z. Burfield International Shipping near the Riding Park subway. Should be a sign on top of the building. It'll help guide you. Look, I saw Roeburn wrestle once. Broke some poor bastard's arm, then headbutted the ref. So if this Roeburn really is mixed up with Pope's murder and Kate's setup, then he sure won't be a talker. He'll be a fighter. Ну что же, всем привет, ты. Добро пожаловать на продолжение прохождения Mirror's Edge. Да. Наконец-то вот я вспомнил про русик, поставил саб, и не придется самому переводить. Вот заставочку начальную тоже сам опять же перевел. Вот, первый опыт, не серчайте. Так, сейчас вспомню немножко клавиши. Ага. Извиняюсь, я ужасно играю. Опа. Как прыгать было? Сбыл кнопку прыжок. Ужасно играю, но чтобы играть замечательно, мне надо бы пройти игру. Чуть-чуть тут спрыгну. Надо бы пройти игру раз пять, но, как бы, понимаешь, ностальгия, там первое впечатление. После того, как ты доберешься пятый раз, этого уже не будет. Поэтому предпочитаю вот так. А, вот как прыгать было. Понял. На L1. Странно. Странно, непривычно это понимать. Так. Давай. Опа! А теперь Катика моя замечательно. Так, значит, Роуборн. У нас все-таки к этому рестлеру надо сейчас двигаться. И вот если он и правда замешан в подставе Кейт, он будет драться. Но те, кто знает сюжет. Блин, а вообще он, наверное. Он, наверное, все-таки чуть-чуть при делах, но не совсем так при делах, как. Должен бы быть, наверное, я. Ну, мы знаем уже, кто виновен, кто вот это самое, кто проходил, кто немножко помнит. Я проходил эту игру много раз, но в последнее время лет 5 минимум в нее точно не играл, поэтому сам могу что-то не помнить. Так, что-то я залез. А, вот куда надо. Чемоданчик тут какой-то был. Ладно, я, наверное... Вот, буду, конечно, стараться не спеша, но и все чемоданы я не помню, где находятся, поэтому нет смысла терять время и искать их. Так, можно было сразу на эту трубу прыгнуть, ну ладно. Вот, так что, ну посмотрим, как здесь дела совершатся. Один мой знакомый мне сказал, что на геймпаде мне будет здесь очень сложно проходить одну вещь, какой-то уровень, но посмотрим. Так. Оп. Что-то там с вертолетами связанное. Но геймпад ведет себя плавно, что очень, очень радует. Вообще, вот это моя идея, научиться играть с геймпадом, конечно. Ой, не была прям такой неудачной, я скажу. Мне наоборот нравится все больше и больше. Так.
куда нам? Что-то я запутался. А, вниз, что ли? А я что-то наверх прыгаю. Кейти, осторожно. По стене бегать перед таким. Так. Это мы за этим бегали? Нет, не похоже, что здесь. Ой, да что ты падаешь? Что-то вот здесь надо... Ну, смотреть вниз, откуда отталкиваешься, что ли. Камеру можно сделать побыстрее, но я не хочу. Так, или я могу от стены и дальше, наверное. Ой, что ты падаешь? Что ты не стоишь на месте? Я забываю, что это игра 2008 года, и здесь, если к краю подойти, можно и упасть. Оп. И вот так не надо делать. Забываю, что она спиной почему-то поворачивается, падает. Так, тут что-то было, нет, лежало, нет. Давай так сделаем. Так, и здесь вот раскачаться на этой штуке. А если быстро, можно вообще ее как-то и перепрыгнуть на самом деле. Во! Ай. Только можно запрыгнуть, как-то это делалось. Ладно, давай по-нормальному. По-нормальному. Ай! Я перепрыгнул, ладно, хорошо. Блин, какой поиск чемоданчиков, если я сам не знаю, куда идти надо, я не помню ничего. Значит, уже Роуберн здесь будет. Я думал, в четвертой будет главе, оказывается, в третьей. В конце будет немножко тяжело, так мне туда, кажется. Блин, вот это паркур настоящий. Вот. Искать пути, где-то вот бродить, залезать. О, вот сумка где-то. Так, и отсылка какая-то. Просто здание высокое с луной и солнцем с одним глазом. Что это значит? Можно отсюда как-нибудь... Оп. Интересно, если, конечно, изучать эту игру и прям вот, говорю, раза с пятого проходить, то здорово, конечно, будет. Вот все знаешь, все... О, мне туда, кажется, лезть. Все знаешь, все проходишь. Так, а больше мне не это. А что здесь так темно? А свет можно включить как-нибудь? Отсюда мы пришли, так. Это надо выбить, да? Или на... А, наверх можно. Что-то какая-то выбивалась, я помню. Take that up with them. In a few days, it'll all be over. Today's front page will be tomorrow's kitty litter. Come on! That runner won't last long. None of them will, right? The precious Project Icarus will be fine. Bye, bye, bye. Now, don't get your panties in a bunch. Look, meet me at that new place on Reynolds Street tomorrow. 4 p.m., okay? Don't freak, they ain't finished building it yet. All quiet once you get above street level. See you there. And don't bring any of your friends. We good? Сделка какая-то. Anyways, I gotta get some chow. Frame like this don't hold up itself, you know. Что-то какая-то сделка, чуть прослушал. Смотри, проект Икарус у них, оказывается, какой-то пистолет. Вот, я саба-то стараюсь не читать, иначе у меня будет путаница в голове. So, Roper did know something, huh? Wonder who he's meeting with. Get back here and we'll find a way to make you an uninvited guest. Hey, look sharp. I'm getting blues heading for you. You must have triggered a silent alarm somewhere. Ass out now. Хорошо, пистолет, я знаю, можно взять, но давай не будем оставлять нежелательных улик.
Так, должно быть открыто. А или разобьем. Да не, давай выйдем. Сейчас сюда своты накинутся. Ой, я помню, надо бежать там куда-то сюда. Давай вот сюда сразу. Потом вот так. Апа. Можно было еще выше, на самом деле. Давай. Уай, да что это такое, блин? Отсюда что ли? Отлично. Просто шикарно, замечательно. Где? Ладно, мне все равно надо через них, да или нет? Надо сюда. Ай, ты твой. На факт показал. Так, ну что ж, давай представим, что ничего не было. А что случилось-то? А, мне надо подождать, если кто-то стекло стукнет. Что-то я нажимаю, куда не надо. Во! More blues. Я понял, ну куда идти-то? Ну надо назад к копам. Там я увидел дверь. Сейчас все правильно, оказывается, бежал. Давай. Не нужен нам пистолет, мы мирный. Чего? Подстава какая-то. Вообще не понимаю. Ах, хотя нет, понимаю. Стой. Так, чем я занимаюсь вообще? А, сюда что ли? Да ёпарасэте, как же я это самое. Можно было вообще не прыгнуть никаким копом. Так, отпусти. Ладно. Вот жесть. Отлично. Don't stop. Don't stop me now. Да, я надеялся, что чекпоинт будет оттуда, откуда я. О, до свидания. Откуда я это? Понял, куда идти. Ой, что такое? Меня ослепили. What's going on here? Давай. Офигеть. Низ, 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 низ. Блин. Ну такое, медленно. Медленно меня попадают. Я... Что-то прыгаю там, где не надо, ладно. Все, спокойно, наконец-то, все снова. Так. Еще раз, как делалось? Да, блин. Треугольником. И? Кружочком. Крестиком. А. Так, искать другой лифт. Да нет, сейчас откроется. Сейчас. Ой, сейчас что, мы в метро будем, что ли? Это та самая миссия? Ластер. Давай, 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 пока нас не нашли. О, мышонек. Здорово. Куда-то убежал. Сейчас нас Роуберн скоро застанет. Пока мы его не ждем. А, краны. О, ёпарасете. Такая вот. Одна из моих любимых локаций. Воу, я. А, Chapters, это вот про это там он говорил. Я понял. Я понял, про что ты мне говорил. Это вот это место с кранами и вертолетами. Все, 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 все. Да ладно, сделай ничего. Первый раз с геймпадом, что ли? Ну, в Mirror's Edge, да. Но так-то нет. Ой, надо сюда. Зачем трубу поставили, не нужна мне. Еще ему нравится спрятать чемоданчики в таких вот местах, прям, знаешь. Так, по-моему, мне отсюда надо. Нет, не кажется.
То есть не туда, не туда, не, от, не отсюда я не залезу. А вот, 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 там нет. Ё-моё. Прыгаю, не думаю. Парикат не срабатывает. О, досидос. Блин, вот здесь придется подраться или... Ё-моё. Потому что я помню, иначе тут сложновато. Тут не успею, не успеешь просто залезть по трубу. Ну ладно, давай. Или обезвредите хотя бы. Сейчас. Ну давай, где ты? Бам! Сейчас посмотрим, или как в Battlefield. Так, или давай как. Так, стрелять на это, ага. А чё я застрял? Я не могу двигаться. Алло, в смысле? О. Давай отсюда. Ух ты! Какой он быстро-то. Ёптонство. Так надо отбежать на безопасное расстояние. Ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, иди отсюда. Так, попытка. Попытка, пытка номер 5. Да ё-моё. Иди сюда. Хватит стрелять, давай. По-серьезному. Да, ух ты, ё! Вот так. Все, отлично. Пошли, прелесть. Вот действительно быстрее, чем стрелять, можно вот так. Гораздо быстрее справиться. Сразу спокойно стало. Я помню, я их и... О, давай! Давай сразу сюда. Я помню, я и стрелял в них, и... И просто убегал. Но когда убегаешь, тебя стреляют не очень приятно. Никаких отсылок и пасхалок. Так, что ты застрял, Фейт? Так, сейчас одна из самых... клевых, наверное, частей, моментов. Так, 5 знаков того, что кто-то из ваших знакомых может быть раннером. Не знаю, мне нравится их раннеры называть. Это как фрираннер, трейсер. Вот они какой-то там бегущий, паркурщик. Ну, что это? Не звучит. Стой! Фух ты, ё. Я думал, туда можно прыгнуть. Ну давай отсюда тогда. Все деревья белые, это прикольно. Не знаю, была ли это изначальная задумка. Здорово, здорово. Укрытие. Так, ну укрытие. Да подожди, мне сперва как-то до туда долететь надо. Понять. Ё-моё. А, вон туда мне надо. Ёшкин. Сейчас. Так, можно мне отсюда подогнаться? Не останавливайся. Не останавливайся, пойти. Окей. Я помню это место. Ох ты, ё.
полностью вниз. Пошли. А, хотел с перекатом, не вышло, ладно. Поверх, отлично. Тараканов. Я такой на сабы смотрю, тараканов, блин. Да чё ты, ладно, давай отсюда. А чё, куда в смысле? А так? Давайте избавляться от этих тараканов. Вау, вот это уолран, конечно, длинный. Я максимум 4 шага могу. Ну, бывало, конечно, и 5, но стена должна быть уже под наклоном. Так. А чё, я перелезу? А куда теперь-то? Чё-то... всё. Отваливает. Вау, доуп. Вот это да. Так, иди сюда. Он в меня стреляет с этим, а мы на пролах. Так, ладно, вторая попытка. Давай. Опа. Что-то жду, можно сразу. Так. Что-то мы еще стреляет один, да? Ладно, давай. Ух ты, я. Давай от него избавимся тоже. Вечно они стреляют, а я лезу и... Раздражает, конечно. Ай, ну чё ты как не родной. Так, ну ё. Ну чё вот она застревает? Стой. Ну да, давай сюда. И не залезает, главное. Краны максимально странные. Какая красота. Так, я уже на кранах останавливаться не буду, поэтому побежали. Вау. Перекат не сработал, замедление, наверное, я не знаю. Так, чё, лезть, не лезть? Только что сделал то, о чем я подумал, черт побери, девочка. Слушай, передай кое-что Миллеру, мне надо с ним встретиться. Да? Я правильно прочитал? Че, озвучки не было? О, все, дошли. Ну что, спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся в следующей серии.